На часах 11.05, это мужской понедельник, так называется наша традиционная понедельничная программа, которая стартует именно в это время, но ведут по традиции передачу Николай Голиков и Владимир Сметанин. Да, добрый день еще раз, удачного начала рабочей недели. Сразу же скажем, что у нас второй час после 12.05, то, что вы будете слышать, это будет запись. Да, в пятницу с утра мы записали нашу гостью Диану Гуц, эксперта Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Ну и нашего, так сказать, представителя нашего опорного вуза Алексея Костина. Директора Института социальных и гуманитарных наук Вятского госуниверситета, опорного вуза. Там интересный очень повод. Диана приехала к нам, чтобы подписать соглашение с ректором опорного вуза Валентином Пугачем о сотрудничестве. В общем, речь идет о так называемом социальном предпринимательстве. Мы услышали и узнали о том, что вот ко дню предпринимателя, да, российского 26 мая уже должны быть конкретные планы, быть готовы по тому, кто будет этим самым социальным предпринимательством у нас заниматься, но пока... Точнее, в планах будет, кто будет создавать инфраструктуру для того, чтобы другие могли заниматься этим социальным предпринимательством, скажем так. Да, вы все услышите после 12.05. А прямо сейчас мы начинаем очень интересную такую тему, необычную. Отталкивались мы от того, что грядут снова праздники 23 февраля, 8 марта и так далее, и так далее. И мы сегодня решили поговорить о подарках. А как далеко? Завтра вот уже... Что там завтра? Да, послезавтра, с ней после уже 14 февраля. Уже дарить можно, да. Ну, да. О подарках уже можно подумывать. Решили мы поговорить о том, что же можно дарить людям, которые занимают определенные должности. Там ведь существуют определенные правила. Там все мы, наверное, слышали и знаем о том, что подарок дороже 3000 рублей, что-то там с ним... Что-то с ним нужно делать. Что-то с ним нужно делать, да, происходить. Ну, у нас сегодня достаточно такая представительная команда гостей. Давайте будем их, собственно, озвучивать. Ну, так сразу очень серьезно, чтобы было, чтобы все поняли серьезность момента. Андрей Печенкин, заместитель руководителя отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области. Андрей Сергеевич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, товарищ майор. Да, майор юстиции, да. Наталья Костина, адвокат Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Наталья, добрый день. Добрый. Добрый день. И Михаил Вячеславович Курашин, вице-спикер законодательного собрания Кировской области 5-го созыва. Михаил Вячеславович, наш вам с кисточкой. Добрый день. Ну, Михаил Вячеславович, сразу вам вопрос. Насколько часто несут людям, занимающим государственные должности, подарки? Вообще принята ли есть такая традиция дарения? Ну, на самом деле, вашу бытность, собственно, заместителем председателя. На самом деле, наверное, есть смысл говорить о том, что любой чиновник – это тоже человек, и, соответственно, у него есть красные дни календаря, это и общие государственные праздники, и дни рождения, и какие-то личные события, и поэтому такие факты, они есть, и я думаю, что в этом... Ну, надеюсь, что сейчас мы поговорим, пообсуждаем, но там, я считаю, что ничего крамольного нет в том, что там, чиновник тоже как человек имеет право на то, чтобы его поздравляли и в том числе вручали подарки. В общем, эта сторона жизни, она присутствует, собственно. Конечно, она присутствует. И, ну, было бы, наверное, неправильным говорить, нет, все вот там, все сдают все, что получают, все сдают. Потом там выкупают и так далее. Нет, есть обыкновенно, когда и коллеги поздравляют, когда и руководство поздравляет, когда и друзья поздравляют. Поэтому факты такие есть, и они в жизни присутствуют. Ну, было бы странное такое поражение в правах у чиновника день рождения. Все сидят за столом, дарят подарки, он их аккуратно складывает и сдает сразу здесь же, да, и потом выкупает. Да? Тут же стоит какой-то сотрудник аппарата, который сразу же переписывает, забирает это все, выносит. Ну, на самом деле, в последнее время, конечно, вся эта тенденция ведет к тому, что людей-то запугали, да, и сегодня, там, будь то учитель или, там, предположим, специалист какого-нибудь департамента или министерства, да, там, он лучше откажется от подарка, чем там, возьмет, потому что непонятно, как это будет интерпретировано. Да? Но там, я считаю, что вот это запугивание, оно ни к чему хорошему-то не приводит. Мне накануне попадался большой материал, по-моему, «Ведомости» опубликовали. Тут... Огромное влияние оказало дело Алексея Улюкаева. Якобы вот издание написало о том, что чиновники сейчас... Нет, ни в коем случае. Там даже какие-то распоряжения по ведомствам есть, что если и принимать подарки, то только письменные принадлежности, больше ничего. Никаких корзинок с продуктами и так далее и тому подобное. Нет, но это на самом деле раньше. Раньше тенденция это отмечается буквально с момента выхода этой нормы там относительно 3000, потому что как бы вот тогда... Постепенно начали, особенно когда начали появляться там, первые прецеденты по поводу того, что там, того или иного чиновника начали спрашивать за его подарки.
Вот тут возникла там ситуация, что, наверное, проще отказаться. Угу. Наталья, Андрей, давайте правовую, собственно, да, сторону вопроса. Да, если коротко, начнем с того, что у нас регулирование подарков, оно осуществляется гражданским кодексом. Там четко написано, что не допускается дарение, кроме обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000 рублей. Не допускается кому? Работникам образовательных организаций, медорганизаций, организаций, оказывающих социальные услуги в отношении граждан, которые находятся там на лечении, содержании, воспитании, супругами и родственниками этих граждан. И далее у нас уже чиновники идут, то есть лицам, замещающим госдолжности, муниципальные должности, госслужащие, муниципальные служащие и так далее, в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. То есть мы подарки делим с вами на обычные и необычные. К обычным подаркам что мы можем отнести? Ну, не знаю, конфеты, алкоголь, там, канцелярские принадлежности, цветы. Их стоимость... ну, наверняка не достигает 3000 рублей. Кроме того, уголовных... Ну, не факт. Сказать, не факт. Да. Если мы говорим о хороших конфетах или хорошем алкоголе, то... Ну, это редкий случай. Быть, да. Ну, и в таких... Любой. А алкоголь обычно... Вот еще, погодите, Наталья. Хорошо. Наталья, позвольте 5 копеек вставить. Смотрите, вот книга, да? Хорошая книга. Цену не или картина. Да? Это раньше писали там на обложке, там цена 2 рубля. Сейчас хорошая книга, или да, вот картина, или произведение какого-то прикладного искусства. Сам человек сделал, это она же не имеет какой-то ценности, вот как бы указанной. На книге не указывают стоимость, она может стоить и 5, и 7, и 10 тысяч. Вот теперь давайте посмотрим, когда мы такую книгу дарим. Угу. То есть в обычной ситуации мы можем принимать обычные подарки стоимостью не превышающей 3000 рублей. На официальных мероприятиях мы можем принимать любые подарки. Это официальное мероприятие, служебные командировки. Мы можем принимать любые подарки. Но если его стоимость превышает 3000 рублей, то это уже собственность не чиновника, не госслужащего или муниципального служащего. Это собственность Российской Федерации, там, муниципального образования. То есть он должен это сдавать. Принимать-то принимайте, но вопрос дальше оценки встает. То есть сколько это стоит. Поэтому если кто-то дарит, то лучше дарить, наверное, с чеком. Если чека нет, то в любой непонятной ситуации лучше подарок сдавать. Понятно. Все. Нет, насчет чека тоже, понимаете, сейчас же очень много и корпорации издают красивых книг, да, и альбомов каких-то там, и на них ни чека они не могут взять, ни сами его издали. Ну, тогда проводится указать. Независимая оценка, и чиновнику предлагается выкупить, если он не выкупает, тогда реализация на торгах происходит. Но эта процедура тоже длительная и довольно затратная, поэтому не знаю. Ну, по крайней мере, чиновнику, чтобы не быть как бы увлеченным в чем-либо, лучше это сдать. Мне кажется, что в любой непонятной ситуации лучше сдать. Андрей, подключайтесь. Ну, основное это... Что следствие? Управление, думаю, основное отличие все-таки подарка от взятки – это в том, что подарок не должен быть ничем обременен, никакой обязанностью одаряемого совершить какие-то действия в пользу дарителя. Так, поясните. Бескорыстность. Бескорыстность. Да. Угу. То есть ни за что-то, ни за какие действия, совершенные ранее этим должностным лицом, либо в будущем. Это основное отличие. Ну, то есть, если подарок в день рождения, это как бы, ну, подразумевается, что подарок в день рождения, он как бы вроде бы ничем не обременен. А где граница? Как вот это доказать или наоборот? В то же время, если это конфеты за 300 рублей, но за выдачу какой-то справки, там, заключения и так далее, то это так или иначе все равно взятка. О как! Я сейчас вспоминаю, как... Сколько раз ты был Сколько раз приходилось дарить именно за что-то, да, за какую-то услугу. Оказывается, это все противозаконно. Да, сейчас специальная статья, правда, введена, мелкое взяточничество. Так. До 10 тысяч рублей. Но тем не менее. До 10 тысяч рублей. Да, а эта статья относится и к тем, кто дает, или только к тем, кто дает. И к тем, кто дает тоже. То есть, как обычная взятка, только она. Помельче, ну, те, кто дают, как обычно, освобождаются от ответственности, если они... Сотрудничают со следствием. Да, да. Раскрывают это преступление, сообщают о нем. А давно это появилось? Норма. В июле 2016 года. В июле 2016 года. Да. И, собственно, правоприменительная практика уже есть? Случаи, есть, да? Сформировалась, да. Очень много. Только вот нашим следственным управлением в 2017 году 86 уголовных дел возбуждено. По этой статье? По этой статье. Какова там санкция? Там санкция небольшая, люди... Штраф или что? Штрафами, да, отделываются. В основном же это уголовные дела, когда сотрудникам наружных служб полиции дается 500 рублей, 1000 рублей за то, что подпустили домой, не доставляли в полицию, не составляли административный материал. Поэтому там, ну, несущественная санкция. А сотрудников все-таки увольнение, наверное, ждет в этом случае, нет или? Нет, сотрудники же не берут, поэтому... Поэтому такие уголовные дела квалифицируются как покушение на покушение. Дачу мелкой взятки.
Вот это в основном вот именно это имеется в виду среди тех 86, да, дел. Да. А вот такие факты, когда все-таки берут, они есть? Есть, конечно. Немного поменьше. 17 штук возбуждено. 17 дел таких, да? В 2017 году. Это уже субъекты данных преступлений, должностные лица. Какого уровня? Ну, так, чтобы понимать. Различного. У нас что это за учреждение? Заседание коллегии, где подводили итоги работы за 2017 год. Руководитель выступал. Там у нас и два министра областного уровня. Были руководители контролирующих органов. Различные. От специалиста отдела снабжения какого-то предприятия до исполняющего обязанности министра. А вот уже, когда речь касается таких должностных серьезных лиц, там все-таки по службе-то они какое-то поражение имеют потом? Конечно, они увольняются. Увольняют, да? И чаще всего суды назначают, назначая наказание, еще вдобавок к лишению свободы, штрафу там многомиллионному, назначают дополнительное наказание в виде ограничения, ограничения права занимать государственные должности в течение определенного периода времени после освобождения из мест лишения свободы. Угу. Интересно. Так, нам нужно небольшую паузу сейчас сделать, буквально половину минуты, и мы продолжим нашу беседу. Интересная у нас тут беседа, да, в перерыве. Андрей Печенкин, заместитель руководителя отдела процессуального контроля СОСК России по Кировской области, майор юстиции Наталья Костина, адвокат Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры, Михаил Курашин, вице-спикер ЗАГС Собрания Кировской области 5-го созыва. Мотайте на ус, что называется, да, слушайте и мотайте на ус. Так, давайте такую черту немножко подведем. Есть подарки обычные, есть подарки необычные. Давайте еще раз повторим, да, что относится к той и другой категории. К обычным подаркам мы относим канцелярские принадлежности, цветы, ну, конфеты, алкоголь. Все, что не превышает в сумме 3000 рублей. Ну, то есть там главное, это как бы определяющая это сумма, да? А книги, картины? Сумма и критерии обычности. То есть то, что для нас традиционно, для нашего общества, это подарить цветы учителю 1 сентября, на день учителя, допустим, на день медика поздравить, то есть медиков не знакомых. Не только сумма, а еще и повод сам повод, по себе. Да, обычные подарки. У нас так в обществе принято 23 февраля, там 8 марта поздравлять. Вот критерии обычности. А часы являются? Часы какие? Ну, вот 23 февраля подарили часы. Командирские. Раньше, вопрос опять по стоимости. Меньше польская фабрика выпускала командирские часы, дарили 23 февраля. Вот еще к наградам это не имеет никакого отношения. Если это часы в качестве награды кому-то, то это не расценивается как награда взятка. Должна быть, соответственно, задокументирована. Безусловно. Поэтому, а если это просто какие-то часы? А награждать-то кто может? Это вот организация? Или, ну, вот официальное мероприятие, мы вручаем какому-то чиновнику за его какие-то заслуги. Вот какую-то награду. Вот ну, это награда. Как бы государственная награда. Да, а если какая-то коммерческая структура учредила свою награду, вот и наградить этого чиновника, вот все с приказом. То тогда исходим из 3000 рублей. Ага, понятно. То есть тогда от стоимости, опять же. Так, ну давайте вот конкретный пример. Там, у любимого классного руководителя юбилей. 40 лет, 50 лет. Что можно дарить? Ну, можно, можно дарить говорите, все, что угодно, мне кажется, но обычно дарить цветы. Да, да, нет, хочется какую-то вещь, дорогую, можно подарить что угодно. Памятную. Что угодно. Что угодно. Да. Ну, то есть на кольце должна быть гравировка, чтобы никто не перекупил потом. Должна быть гравировка учителя в юбилей. Тогда можно подарить цепочку или кольцо. А известно вообще, госслужащие, они действительно сдают? Эти самые подарки, как у них? Ну, вот вообще? В интернете информация есть о том, что действительно сдают. Но таких случаев вот за 16-й, по-моему, за 17-й год, их немного в целом по России. То есть, если подарки продолжаются, то они либо в пределах 3000 рублей, либо все-таки не сдают. И никто не может это контролировать. А какая-то информация должна быть о том, что подарок сдан? Почему-то в интернете, может быть, там он просто сдал, об этом не сообщили, и все там... Нет, в интернете статистику просто ведут коррупционных там всех этих правонарушений. У нас же Минтруд следит в том числе за подарками, проверяет, как работают соответствующие службы. Вот. Ну и, соответственно, вот информация о том, что кто-то задает, вот, например, Следственный комитет сказал, что у них таких случаев вообще не выявлено. Чтобы то есть, кто-то сдавал, да, подарки? Да, чтобы кто-то сдавал, и, соответственно, значит, никто не дарил. Получается. У нас в ЗАГС собрании в 5-м созыве был один случай в 15-м или 16-м, когда председатель ЗАГС собрания сдал какой-то подарок, и потом целая комиссия, которая его оценивала, и обратно он его забирал. То есть, как бы, вот такой случай был. Реально.
Мне кажется, сейчас люди вообще меньше стали дарить подарков, с учетом социально-экономической ситуации, я не знаю. А если что-то и дается, то это так или иначе уже в нашей статистике отражается. Нет, ну в любом случае, нет, да, мы понимаем, что людям, всем нам сложнее как-то жить становится, но даты-то все равно остаются, дни рождения все равно остаются. Здесь тоже, вот смотри, интересно, сейчас же практически все учреждения, они снабжены видеонаблюдением, да? То есть интересная очень ситуация, приходят там родители с тортиком, а учительница говорит, давайте вот отойдем туда, в коридорчик. В уголочек. Да, в уголочек здесь нельзя, здесь видно наблюдение, а потом, значит, уже будут даже вроде бы из такого, из, ну, как бы несерьезного, обычного подарка, да, но на всякий случай от греха подальше давайте лучше или там под лесенку зайдем, или тот коридорчик зайдем. Ну, а вот в связи с чем это, вот я хотела вспомнить про то, что у нас было письмо Минтруда и соцразвития в 2015 году, оно не было опубликовано, но определенный шум в СМИ в том числе оно создавало. То есть, согласно этому письму, получение лицом подарка не в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими мероприятиями официальными является нарушением запрета, создает условия для конфликта интересов, ставя под сомнение объективность принимаемых решений и влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. А в случаях, когда подарок расценивается как взятка, уголовную ответственность. Угу. Поэтому вот. Вот такое вот письмо было, такая рекомендация была. Соответственно, любые подарки ставятся под сомнение. Поэтому вот, исходя из этого письма Минтруда, лучше не брать вообще ничего. Ну, мне кажется, что, наверное, есть смысл говорить о том, что, может быть, стоимость 3000 не совсем адекватна нынешним ценам. Откуда есть, вообще взялась эта сумма? Из Гражданского кодекса. Когда в кодекс это попало, по времени не помню. В 2008 году в кодекс попало, да. И, ну, хочу сказать, что, по примеру, США, например, у них там с чиновниками аналогия – это $50. То есть мы присоединились к конвенции по борьбе с коррупцией, да, и там вот $50. Ну, вот где-то примерно такой размер есть. А что за указ был президента в мае 2015 года? Там тоже фигурировало вот это как раз. Сумма в 3000 рублей. Ну вот, наверное, введение нормы. Нет, введение нормы в 2008 году произошло. Нет, имеется в виду, введение нормы связано именно вот с подарками. Может быть. А вообще зачем понадобилось эту сферу-то регламентировать? Вводить вот этот порог в 3000 рублей? Ну, потому что мне кажется, что, честно, не открою секрет, но Россия не самая благополучная страна, да, в сфере коррупции. Мы где-то даже в первую сотню, в общем, не входим, честно говоря. Поэтому, наверное, имеет это место быть, и имеет место быть повсеместно, носит скрытый какой-то характер. Государство пытается бороться и как-то регулировать эти вопросы. А как проходит процесс вот оценки дороговизны подарка или вот дешевизны? Это известно? Комиссия собирается? Собирается комиссия, да, то есть при органе. Андрей, включайтесь. Если в рамках предприятия, то специальная комиссия производит такую оценку. Садятся люди за стол, кладут этот подарок перед собой, эту штуку, и начинают ее вертеть со всех сторон. Почему вертеть? Мне кажется, опять тот же есть интернет, где можно понять, сколько это стоит. Там среднерыночную стоимость, да. Можно определить, да. Можно помониторить. А если дело уже в руках оперативников, то тогда проводятся уполномоченными экспертными учреждениями оценочные экспертизы. Интересно очень. Вот, там, по статистике у нас огромное количество людей, детей хотят быть чиновниками, но вот им нужно, видимо, еще и говорить им еще с измальства о том, что вот, смотрите, есть тут такие подводные камни, что могут быть. То есть нужно еще учить подарки. На глаз оценить примерную стоимость того каждого предмета, который им могут подарить. Да, то есть, что такое? Дополнительная наука. Школа молодого чиновника, да, дополнительная наука. Интересно. Да, и все-таки хочется мне вернуться к тем людям, которым, ну, мы чаще всего, да, хотим какой-то презент сделать. Врачи, учителя, какие-то социальные работники. Все, что угодно можно дарить. Еще раз хочу повторить. Все, что угодно, все, да, что в пределах 3000 рублей. Ну, угодно, кроме предметов, вещей, которые, оборот которых запрещен в Российской Федерации. Нет, можно ведь, оружие. Я так понимаю, уже что наркотики. И больше 3000, но там дальше запускается процедура сдачи, выкупа и так далее. То есть дарить можно все, что угодно, все, что разрешено, все, что не запрещено. Так получается, если подаришь слишком дорогой подарок, ты человек, которому подарил, проблемы создаешь. Ему надо сейчас куда-то будет сдавать, потом что-то там выкупать, да, или отказываться, бумаги создавать, и на него сейчас смотреть будут, из-за тебя какую-то комиссию создали. Ну, вообще, что-то ты зачем брал-то? Ну, то есть, да? Если хочешь кому-то нагадить, подарим ему подарок больше 3000. Борзого щенка, и потом думаем, куда его девать. Вот насчет борзых щенков тоже этих оценивать. А, кстати, животные, да, как их оценить? Точно так же, как другие. Точно так же, то есть выяснять какую-то рыночную цену, среднерыночную. Ну, там ведь тоже сложно, на самом деле. Обычный или необычный подарок?
Животное. Животное. Вот я подарил котенка, да? Змею. Мне кажется, котенка, нет, да? Необычный. Необычный подарок. Потому что котенок может быть породистый, да. С другой стороны, вот докажи, что он именно породистый. Для России обычно это медвежонок. Медвежонок, да, обычно, да. Хорошо. У них породистых нет медвежат, они все одинаковые, да. Они все стоят больше 3000. На цепи, да. А что касается денежных сумм? Ну, например, скинулись, да, деньги – это вообще, мне кажется, необычный подарок. Необычный подарок. Нет, это что-то уже на грани, мне кажется. То есть зачем дарить деньги, если можно действительно... Если ты хочешь отблагодарить человека, сделать ему что-то приятное, подари букет цветов. Не знаю. А дисконтные карты всякие? Вот. Подарочные. Ну, на них номинал написан, указан. Да. То есть, пожалуйста, это принято сейчас тоже. Угу. То есть, опять же, не дороже 3000 рублей, ну, соответственно. Да. В принципе, особенно если подарок женщине, очень сложно же угадать, да, угодить. Да. Поэтому лучше вот какой-то аналог, да, сертификат, она сама уже выберет то, что ей нужно, скажем, из той же косметики или парфюмерии. Но с другой стороны, все равно как бы написано, что там 3000 рублей там, или 5. Если не перекупит никто у нее подарочную карту. Дарите вдвоем, если хотите подарить подарок дороже, дарите вдвоем, каждый по 3000 рублей сертификат. Не знаю, втроем, вчетвером. То есть учителя вот тоже всем классам скинулись, да, подарили подарок. Дарите от нескольких родителей, от нескольких детей. Каждый не более 3000 рублей. Ну да, я вот так думаю. А как это документально-то закреплять потом, на случай чего? Ну, просто подтверждением. Родительский комитет там пошел на каждый предмет, остался чек какой-то в пределах 3000 рублей, не знаю. Ну, вот это мое мнение. Можно немножко отвлекусь про всевозможные денежные сборы в школах, в детских садах? Здесь какие правила существуют? У нас же все незаконно, неправомерно какие-то там вот. Все добровольно. Все добровольно, да. Все добровольно. Сама школа сейчас, по-моему, насколько я знаю, ничего не собирает. То есть у нас в школе родительский комитет, и мы добровольно сдаем деньги представителю родительского комитета на нужды наших детей, опять же. Потом комитет отчитывается перед нами. Ну да, там либо родительский комитет, либо какой-нибудь фонд создает. То есть учителя деньги не берут. Учителя в руки деньги не берут, и это уже давно. Не знаю, как в детских садах. Да. Так, у нас реклама, время подошло, интересная тема. И мы продолжим наше обсуждение через 1.5 минуты. Ну что, давайте еще раз перечислим наших гостей. Давай сначала тему назовем. Мы сегодня говорим о подарках и чиновникам, о подарках каким-то руководителям, там, учителям. Вот, и тему так довольно-таки горячо обсуждаем со специалистами в этой части. То есть это Андрей Печенкин, заместитель руководителя отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области, майор юстиции. Это Наталья Костина, у нас адвокат Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев партнеры. И Михаил Курашин, вице-спикер законодательного собрания Кировской области 5-го созыва. И вот сейчас шестой, напоминаем. Да, сейчас уже шестой, напоминаем, у нас работает. Мы как раз вот в перерыве такую еще, такое слово у нас получилось, спонсорская помощь, да? Это вот тоже ведь такая разновидность получается, подарка, что ли, да, вот? Вот лично мое мнение, Андрей, что Андрей спонсорская Сергеевич. Помощь, это, ну, по сути, подарок юридическому лицу. Угу. Какому лицу? Юридическому. Угу. Да, какому-то государственному органу и так далее, в лице директора, либо другого сотрудника данной организации. На мой взгляд, точно так же должно квалифицироваться данное деяние как взятка. Но пока у нас судебная практика идет по другому пути, если органы расследования не могут опровергнуть позицию стороны защиты о том, что какие-то деньги либо имущество передавалось в качестве спонсорской помощи, то действие квалифицируется не как взятка, а как превышение, злоупотребление должностными полномочиями и так далее. А конкретный пример можно? Ну, конкретный пример. Вот сейчас ждем решения областного суда по Лесничему. В одном из районов области, он, зная, что у него на территории лесозаготовитель заготавливает лес с нарушениями многочисленными, взял с него двигатель от Нивы. От автомобиля Нивы? Да, от автомобиля Нивы. Хотя ему он особо был не нужен. Взял, в смысле, попросил или, да, тот, попросил. Или тот назывался? Тот знал, что у него куча нарушений в делянках. Он говорит, давай ты не будешь их выявлять, а я дам, что тебе надо. Тот говорит, ну давай двигатель от Нивы. Давай. Это оформили как спонсорскую помощь? Вот. Он сейчас заявляет в судебном заседании, что он взял не для себя, а для лесхоза, так как в лесхозе Нива, вот, и вроде как бы на нее, на эту Ниву. Но тем не менее, в личный гараж данный двигатель был складирован и не использовался. И следствием было установлено, что замены тот двигатель, который на Ниве стоял, не требовал. Поэтому но Нива служебная есть. Она есть, она есть, но на нее этот двигатель не попал, да? Да, поэтому мы квалифицировали действие как взятка, вот, как решит суд. И будет видно. Что сейчас обвинение требует? Какого наказания? Ну,
наказание не суть. В данной ситуации мы ждем решения суда относительно того, это будет квалифицировано как получение взятки лесничим, либо как злоупотребление своим служебным положением. Областной суд, это вторая инстанция уже? Да. Решение первой инстанции было? Возвращение дела прокурора для переквалификации деяний как раз на 286-ю статью. Ну, а если возвращаясь, предположим, к тем же школам, да, школа обратилась в родительский комитет с просьбой, там, не знаю, купить краски. Или, там, не знаю, да, там постоянно, окна поменять, шторы купить, новый там шкаф поставить или что-то еще, да. Ну, то есть, конкретно, предположим, там, ну, не знаю, там, классный руководитель от лица директора обратился там в классный родительский комитет. Ну, опять же, за что? Люди просят передать им эту же краску. Спонсорская помощь. Если они говорят, что мы не будем ваших детей учить, пока вы краску не передадите. Ну, так-то ведь не говорят. Нет, так не говорят, такое, так все понимают. Все понимают, что будем лучше относиться к вашим детям. Не будет краски. Не будет меньше проблем у ваших детей. Как-то еще. Я думаю, это не уголовно наказуемое подобное действие. Ну, то есть, это если не специальный фонд. То есть, понятно, если специальный родительский фонд, там существует школа, тут все понятно. Вот если просто родительский комитет, там класс. Родители конкретного класса. Наталья, вы как считаете? Не знаю, честно говоря, затрудняюсь. Ничего страшного, в Вятской гуманитарной гимназии куча спонсоров, официальных спонсоров. Это нормально. Но это вот те люди, мне кажется, которые в безналичном порядке на счет официально перечисляют какие-то деньги. А тут мы, если вот вещь принесем, то как мы будем... Если это будет документально оформлено и будет доказано, что учреждение в этом действительно нуждалось, и бюджетные деньги не выделялись на это, как директор не бился, то, мне кажется, тут ничего преступного нет. А вот если будет доказано, что у школы деньги были, и на ремонт было там что-то заложено, тогда возникает вопрос, зачем эта краска, для чего люди тогда деньгами скидывались. Уровень расходов тоже, понимаете, может быть, выделено денег вот немного, да, хочется поменять номерок, но сделать хорошее. Да. У кого-то из детей, родителей занимаются этим бизнесом как раз. К нему обратились, он предоставил там этот материал. Ну, вот, в качестве спонсорской помощи. Ежегодно, предположим, когда в ЗАГС собрании работали, да, там мы искали возможность школам на подготовку школ там, летом дать хоть какие-то деньги. Деньги выделялись, но понятно, что они не закрывали всю потребность. Да, там 100 миллионов на все наши школы, это там копейки. Там ну, на все области. Да. В области. Но вот дальше-то возникает вопрос, что как бы так вот там все равно что-то не доделали. И вот тут там директор на родительском собрании обращается к родителям с просьбой там, собрать деньги на это самое. Ну, в таком случае оформлять, я считаю, что нужно это договором пожертвования. Официально, вполне, то есть не скрывать этот факт, и это преступлением не будет. А пожертвование – это одно и то же, что и спонсорская помощь? Ну, по сути, да. Безвозмездная передача, да, то есть пожертвование. Про коммерческий подкуп мы тоже хотели еще поговорить. Зачастую. Такая, да. То есть у нас сейчас ведь не только государственная, даже медицина есть, да, есть ведь и частная медицина, и образование частное есть, и детские сады частные есть. То есть, вот это все, что мы говорили до этого, относится к таким предприятиям. Коммерческий подкуп — это по сути та же взятка, только субъектом получения денег является не должностное лицо, а руководитель либо сотрудник коммерческой организации. Это сейчас у нас очень распространены откаты. Да, вот про них тоже. Да, когда сотрудник Когда сотрудник какой-то фирмы звонит другой фирме и говорит, если вы хотите, чтобы мы заключили с вами определенный договор, да, и поддерживали договоры отношения в течение определенного периода, то вы лично мне там, 10% суммы договора должны будете отдать. Вот это... Желательно наличными. Да. Это и без свидетелей. Есть откат. Шинками. Да. Или скидки предоставляют за объем там продаж, за объем закупки. Если хотите там покупать товар по сниженной цене или еще там по какой-то, то как бы практикуется. Мне кажется, это не секрет там отделу снабжения, еще кому-то, может быть, там куда-то даже и на карты переводят. Не, вот пока когда я был главным редактором газеты, условно говоря, написал какой-то материал, да, там, защиту какой-то организации, либо наоборот, там, какой-то серьезный процесс, там, написал хорошо, мне приходят люди, говорят, молодец, спасибо, все вышло, нам это помогло, и дарят мне подарок. Это было довольно часто. Это был факт коммерческого подкупа? Вот как бы вы сказали, то есть мне уже пора каяться или еще можно пожить? Денек, повини сегодня какой-то. Не говори как. Андрей, Наталья. Ну, то есть получается так, что вроде бы, да, вот я сделал какую-то вещь, я сделал ее там согласно прейскуранту, но мне еще сверху что-то там это и дарят. Как госслужащий точно нет? Да. Вот именно не понесете, с точки зрения коммерческой подкупа. Вы не будете здесь субъектом коммерческого подкупа. Угу.
А вот эти вот все правила, условно говоря, если садик частный, детский, да, вот то же самое, то есть подарок не больше 3000. Эти правила применяются ко всем лицам. То есть граждан... там не прописано именно, что это государственное учреждение? Только бюджетное. Или что это? Разделяем врачей и учителей, это один пункт. И второй пункт – гос и муниципальные служащие. Это как бы две разные категории, это все урегулировано гражданским кодексом. То есть, а врачи и учителя независимо от формы предприятия, формы собственности предприятия, кто работает? Там не указано. Не указано это, да. По поводу коммерческого подкупа, я думаю, на слуху, наверное, у всех, да, еще один из бывших руководителей Кировской региональной ипотечной корпорации, Сергей Рыловый, я имею в виду, да, там же было... Коммерческий подкуп был и хранение боеприпасов. Да? Собственно, он уже наказание-то отбыл. Там, напомните, в чем суть была? Конкретные дела вот мы не комментируем, к сожалению. За увеличение квадратных метров. Да, за увеличение квадратных метров ему деньги принесли, он мужчина. В результате возник коммерческий подкуп. Статистика ведется, Андрей Сергеевич? 18 уголовных дел возбуждено. За прошлый год. Это по коммерческому подкупу, да? 27 в 2016 году. Ну, то есть сравнимо со взятками. То есть одинаковое, да, примерно количество. А можно конкретно что-то озвучить? Вот каких там, о каких людях идет речь? Должностные лица, госслужащие тоже. Например, не государственное образовательное учреждение, когда выдают удостоверение о том, что человек прошел обучение по управлению квадроциклом. К примеру, да? А человек такого обучения не проходил, просто пришел к директору этого некоммерческого образовательного учреждения, там, 10 тысяч заплатил, и ему корочки эти выдали. Ну, водительское удостоверение. Ну, это не водительское удостоверение, ну, аналог, специально. Типа того, для квадроциклов. Ну, в общем, да, специальное право. В общем, да. Ну, вот, да, у меня тоже пример был. Вот мелкий коммерческий подкуп за несдачу экзамена в автошколе, то есть, чтобы не сдавать, там, заносят в кассу учреждения и платят какие-то деньги. И таких дел, на самом деле, очень уже немало по России. И в Кировской области тоже есть? В Кировской области не нашла, к сожалению. Смотрела вторые инстанции по ПРИФО, и Кировскую область не нашла. По аукционной процедуре, мне кажется, ну, я слышал, что... По госзакупкам, да. То есть, такие случаи есть. Заказчик определяет определенные условия для подрядчика, там, исполнителя или поставщика. Он может внести какую-то особенность в закупочную документацию, благодаря чему победит конкретный, так скажем... Ну, заточивает аукцион. И хоть они друг друга не видят, и все площадки электронные, документы все в электронном виде, но заказчик и исполнитель друг друга все равно знают и могут встретиться. И так или иначе, вот таких дел тоже масса. По крайней мере, решений очень много. Даже исполнители между собой бывают торгуются. Да, и такое тоже есть. Одно юрлицо заявилось, с ним связывается другое и говорит, у меня условия будут все равно лучше, поэтому если ты хочешь выиграть этот аукцион, давай деньги мне, и я заявляться не буду. Или я заявлюсь просто с плохими условиями, ну, чтобы аукцион состоялся, да, чтобы было там два участника. Но есть такие вещи. Я думаю, что профессионалы, люди в форме, имею в виду, они все это видят сразу же, когда начинают изучать. Или все-таки бывают моменты, когда сложно выявить, что это был какой-то выявление, подкуп? Это вообще не наш конек, да, Следственного комитета. Мы в плане расследования коррупционных преступлений работаем на давальческом сырье, по сути. Там материалы из ФСБ, из УМВД, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью. Я такой термин интересный, да. Ну, образно говоря. Ну, понятно, да. Надеюсь и вижу по результатам, что они вникают в эти процессы и выявляют эти преступления. А вам, Наталья, как адвокату, часто приходится сталкиваться с этими вещами, которые сегодня обсуждаем? Ну, с коррупционными преступлениями сталкиваться приходится, да, и они разные, и я подробности, конечно, вам не расскажу. Ну, да, нельзя, тайна, собственно, да, следствие. Так, давайте будем подводить итог у нас, да, адвокатская тайна, да, давайте будем уже подводить итог, у нас пару минут остается, давайте еще раз проговорим нам, нашим слушателям, вещи, что можно дарить, кому можно дарить, пожалуйста. Ну, то есть, да, дарим обычные подарки стоимостью до 3000 рублей. Вот еще раз, Наташа, сразу повторим. Обычно это те, которые в нашей средней полосе России приняты, да? Да. То, что всегда было. Медвежата, да, вот. Да. Все стоимостью до 3000 рублей. Все, что соответствует обычной нашей обстановке. Все, что... Одежда относится? Предметы какие-то, аксессуары? Не знаю, бытовая, мне кажется, техника. Это уже... Мужчинам на 23 февраля всем закинуть. Носки-то обязательно дарят, да? Или там предметы там эти, покажите, нарыльные, все эти покажите вещи. Мне носки дороже. Ну, я не думаю, что носки, да, будут расценены как взятка. И еще вот я хотел бы уточнить, тут звучало, что эти подарки желательно дарить по какому-то конкретному поводу. Ну да, то есть обычные подарки, он связан с каким-то мероприятием, с каким-то праздником.
Красный идет. А если каждый день я кому-то ношу из чиновников по бутылочке чего-то стоимостью до 3000 рублей, то это, мне кажется, слегка ненормально и уже похоже... Это очень ненормально, если чиновник вот каждый день приносит до 3000 рублей чего-то. Хотя вроде бы обычный подарок. Другой вопрос возникает, да. Ну, смотря чего, может быть, кефир. И, то есть обычный подарок до 3000 рублей, это касается врачей, учителей, это касается чиновников. Все, что свыше 3000 рублей, мы сдаем, и там определенные процедуры есть. Стоимость не установлена, установит работодатель. То есть обязательно ему сообщаем об этом. Вот и все. А то, что необычное? Еще раз просто проговорить. То, что необычное, мы дарим на официальных мероприятиях обязательно. И, соответственно, если документы о стоимости есть и менее 3000 рублей, то это будет передано чиновнику. Если это свыше 3000 рублей, либо стоимость не установлена, значит, определяем и реализуем на торгах. А вот вы говорите, на официальных мероприятиях, это, видимо, чтобы прилюдно все происходило, да? Да. То есть вот такое же бывает, приезжает нам в гости какой-то крупный чиновник из Москвы. Ну, не знаю, хотим его отблагодарить. Благодарить, поздравить с чем-то, дарим какие-то памятные подарки. Вот он возвращается из командировки и, соответственно, определяет стоимость и сдает. А вещи какие-то эксклюзивные, ручной работы? С гравировками. С гравировками. Та же наша гравировская игрушка, извините, здесь уже это вопрос специальной оценки. То есть мы, когда говорим, что канцтовары можно дарить, в то же время вот сахалинский губернатор, там кто-то помнит его ручку стоимостью несколько миллионов рублей. Да. То есть это совсем необычный подарок. Эти все вещи, эти все правила, они не относятся к людям, которые там, в бизнес-структурах работают, да? В частных каких-то? В целом нет, не относятся. То есть, например, руководителю какой-нибудь фирмы, какой-нибудь компании можно дарить все, что угодно. Да, я думаю, что можно дарить все, что угодно. Главное, что это не взаимообусловлено чем-то. Лишь бы не пришили коммерческий подкуп. Да. Лишь бы не коммерческий. То есть тут вопрос коммерческого. За какие-то действия или бездействия. Да. Ну что, очень познавательно, очень интересно. Благодарим наших гостей. Андрей Печенкин, заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУСК России по Кировской области, Наталья Костина, адвокат Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры, и Михаил Курашин, вице-спикер ОЗС 5-го созыва. Спасибо большое. На этом мы... Да. Да. Живой мы говорим. До свидания. Пока закончим. Все задумались. Спасибо. Да. До свидания. До свидания.